вообще? Мне это зачем? Я медик. Мне мои сотрудники, не сотрудники, коллеги, Слава Владимировна, только ты у нас умеешь все с ног на голову поставить. У тебя такой бизнес, он тебя всегда будет кормить, у тебя такая профессия. Ну ничего, я бы путешествую, а вы пока полечите. И сейчас они мне звонят, да, спрашивают, а ты там расскажешь, что там у тебя, помню. А вообще, вот кто заметил, что здесь есть элементы сетевого маркетинга? Такое есть страшное слово, страшилка, MLM. У кого сейчас с этим проблема? Проблемы нет, но это действительно пирамида. Я с вами согласна. И когда мне на встрече говорят, я вот именно поэтому я занимаюсь сетевым маркетингом, потому что ко мне люди приходят на встречу, говорят, MLM. Говорят, это же пирамида. За вот это вот дело. Я говорю, хорошо, у нас есть здесь заслуженные учителя. Скажите, пожалуйста, Галина, вот я к вам обращаюсь, вот встаньте, пожалуйста. Говорите, вам нравится ваша профессия? Мне моя профессия нравится. А вам нравится, как за нее платят? Нет, это мне не нравится, к сожалению. Галина, я, например, выступаю сейчас в роли какого-нибудь там, я не знаю, министра, дай бог до них когда-нибудь достучаться. И говорю я, Галина, вообще я буду платить вам процент от заработка тех учеников, которых вы выпустили. Скажите, вам это интересно? Да. Так вот, ребята, это и есть сетевой маркетинг. Вот так и отвечаете людям. Вот это работа с возражением. И мне нравится об этом людям рассказывать. Мне нравится их профессии, сравнивать то, что делаю я. Мне нравится сравнивать то, что платят им. Я нахожу вот это больное место, когда они начинают, ну да, мы понимаем. Я говорю, я не понимаю. Как вы до сих пор вот с этим живете? Я не понимаю. Я, если не это, я другое, что-то подобное найду. Но я знаю, что мой здесь труд будет достойно оплачен. Просто вникните вот в структуру MLM. Вникните, как это работает. Неважно, с каким вы сегодня будете продуктом работать. Вам достойно здесь заплатят деньги. У вас у каждого есть своя харизма. Кто-то любит с людьми общаться. Кто-то просто красиво выглядит. Понимаете? Люди будут покупать вас. А дальше вы уже рассказываете, почему вы этим занимаетесь. Вот и все весь секрет. Спасибо. Я хочу добавить еще, потому что я по долгу своей работы приходится, так сказать, тестировать все изменения у нас в области образования. И я увидела в перечне профессий, у нас появился, знаете, какая интересная профессия какая появилась? В перечне профессий в России. Менеджер сетевого маркетинга. Законили. Это профессия. Пирамиду законили, да? Вы поняли? Да, понял. Это нормально. Аллилуйя, да. Поэтому бояться этого абсолютно не стоит. А это мой мотиватор.